Не только на Марс отправился чип с именами ивановцев. На орбиту околоземного астероида Бенну вышел американский зонд «Осирис-Рекс». На борту станции, как и в случае с марсианским зондом, есть чип с именами землян, которые пожелали отправить в базу данных исследовательской программы свои персональные сведения. Среди них газета гимназии номер 23 «Отражение» и два ее корреспондента – первоклассник и выпускник. Билеты на астероид они оформляли еще в 2015 году и, наконец, дождались звездного часа. Космический аппарат запустили еще в сентябре 2016. И только сейчас он достиг своей цели. 2 года зонд будет изучать астероид, возьмет пробы грунта, передаст данные на Землю. Исследование этого самого близкого к нам астероида может многое рассказать о происхождении Солнечной системы. Все летят, я лечу. Вообще такая замечательная акция, которую проводит космическое агентство, когда фамилия записывается на чип и устанавливается на космический аппарат, который летит к разным небесным объектам космическим, и на Марс, и Плутону, и к астероиду Бенну. Это замечательная пропаганда космонавтики, пропаганда астрономии, пропаганда научных знаний. И для, например, любимой своей такой билетик подарить, это очень хорошо и понравится и для своих детей, в том числе для себя. Я лечу как раз на этот замечательный астероид, который вот совершенно недавно, несколько дней назад, космический аппарат «Осирис-Рекс» достиг его. Он возьмет пробу грунта и в 2023 году доставит ее на Землю. И приятно осознавать, что пусть и виртуально, но я там, в глубоком космосе, недалеко от известного астероида.